Произошло 14 мая около 8 часов утра на трассе Пенза-Тамбов в районе села Константиновка. По предварительным данным, виновник аварии – водитель микроавтобуса, который заснул за рулем, выехал на встречную полосу, столкнулся с многотонной фурой и зацепил иномарку. В столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли 10 человек, в том числе и водитель Volkswagen. Жертвы аварии ехали с Олимпийской стройки из Сочи домой, в Чувашию. Все они из Урмарского района. Еще 10 человек, включая водителей фуры и легковой автомашины, госпитализированы. Все погибшие, по предварительным данным, жители Чувашской республики. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС, медики, психологи, сотрудники полиции. Они обеспечивают безопасность дорожного движения и устанавливают обстоятельства аварии. В настоящее время из 9 пострадавших, 7 госпитализированы в больнице скорой помощи города Пензы. Все они находятся в тяжелом состоянии. В Чувашии открыта горячая линия для родственников погибших и пострадавших. Номер телефона 39 99 99. Из поселка Урмара в Пензу будет организован выезд родственников погибших в сопровождении психологов для опознания тел и их транспортировки. Татьяна Трофимова, Республика.